Химках прошла традиционная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». На центральной площадке в сквере имени Марии Рубцовой глава городского округа Дмитрий Волошин дал старт работам и поприветствовал всех жителей, участников мероприятия. Эта площадка является центральной. Сквер имени Марии Рубцовой для нас также имеет большое значение, как вы все знаете. Она большое внимание уделяла благоустройству Химок, и мы чтим ее память. И решили в этом году именно здесь сделать высадку. Спасибо всем, кто присоединился к нам. Мы большая команда, команда Химки. Акция по озеленению территории проводится с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За это время в Химках появились десятки аллей, зон отдыха во дворах, созданных руками жителей. Вы знаете, сейчас так приятно было проезжать мимо тех уже кусочков, таких небольших райончиков города, где мы поработали дружно. Деревья растут, кусты украшают. В этом году история акции «Наш лес. Посади свое дерево» пополнится новой страничкой, а Химки – зелеными уголками для прогулок. Вместе с жителями воплощал эти планы в жизнь глава городского округа Дмитрий Волошин. Каждый год традиционно Химки всем городом, именно подчеркиваю, всем городом принимает участие в этой акции. Высадили уже десятки тысяч деревьев, кустарников. Мы видим, что эта акция, первое, объединяет жителей. Второе, делает наш город еще более зеленее. Третье, дети, молодежь, все пенсионеры, все вместе с нами. Для нас это является важным аспектом этого мероприятия. Во всех микрорайонах округа организовали множество площадок. Всем участникам выдавали необходимый инвентарь – от перчаток до лопаты. Муниципальный депутат Надежда Смирнова поделилась впечатлениями об акции. Сегодня прекрасная погода. Сегодня очень много жителей, которые пришли сюда с семьями, с друзьями, с коллегами. У нас в городе таких 129 таких локальных площадок. Внести свой вклад в озеленение любимого округа горожане пришли с родными и близкими. Муж Натальи сейчас несет службу в зоне СВО. В его честь она посадила дуб. Мы решили в честь такого события посадить дерево. Даже подписали табличку, что это защитникам, смелым, отважным мужчинам, которые сейчас находятся в таких условиях. Дуб, он же символизирует как бы мужество, и чтобы это дерево было такое же могучее, как наши мужчины. Праздничное настроение на площадке создавали артисты. После плодотворной работы можно было отведать полевую кухню, сытную кашу и сладкий чай. Результат отличный. Новая аллея, которая уже в следующий сезон будет радовать жителей. 65 кустарников и 30 лиственных деревьев высадили химчане в рамках акции «Наш лес». Теперь в этом сквере стало еще уютнее, зеленее и красивее. Всего в акции «Наш лес. Посади свое дерево» приняли участие более 1000 человек. Среди них активисты и члены партии «Единая Россия». На 129 площадках высадили более 2000 кустарников и около 700 деревьев. Это дубы, рябины, клены, липы. Акция – это не только благоустройство территории, но и вклад в экологическое будущее округа. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.